Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play и мы играем в War Legacy и выбираем турнир. Режим турнир. Выберите сложность. Обычный, сложный, безумный. Давайте безумный попробуем. Шахтер. Наполнение мешка золотом дает бонус 10% от золота в мешке. Так, а это что такое? У нас получается закрыто все, да? Луч-настрел, яро-лучник, шахтер. А, ну давай луч на стрела улучшим. Первый раунд. Безумный. Сложность безумность Хорошо. Играем. Поехали. Схватка. Обе команды начинают игру с огромным количеством золота. Ну, с огромным количеством золота. На самом деле нифига не ни огромным количеством. Так, корону увеличиваем. Потом размер статуи увеличиваем. Увеличиваем замкового стрела. Лучно стрела. И так вот колчаны тут улучшаем. Затем вот собирателя. Собирателя улучшим. Что еще Так, шлем яромечника. Так, а, это яромечник пошел Ну, яромечник нам особо не нужен. Но мы э, улучшили кого? Ну, давай меч сделаем ему. Ш... Ну, давай дадим шлем. Он как бы недорогой. Так, волшебника нам не нужен. Вот этого улучшим немножко. Ну и все, в принципе, готово. Ага. Идем, копаем. Зарабатываем сразу денег. А, подожди, все, у нас денег дофига. Давай армию создаем, конечно же. Сразу же стрелочников побольше. Вот. Пошел, пошел, бежит один стрелочник. Что у нас тут у врага? Какие дела? О, он, он сразу огромного решил просто создать. Тупо огромного. Понятно. Ладно. Давайте нападаем, ребята. У нас двое. Трое уже. Ну, сейчас будет увеличиваться, конечно. Давайте стреляем. Вот. Сейчас будем играть вот так. Вот, вот такая. О, убегаем. Блин, давай, нападаем. Видишь, как? Убегаем. Нападаем. Да, конечно, навряд ли мы долго продержимся, но Посмотрим, да осталось чуть-чуть. А зачем я этого выбрал? Как убрать? А где у нас еще? Давай этих, блин. А эти у нас мечники быстро создаются, интересно, или нет? Сколько? Нифига он тут вы... вы чё? Да Та так ре... не так нереально вообще. то Подожди, <с> да ну нафиг? Как? Как так можно создавать так много этих чуваков быстро? А ну-ка, давай зайдем. Где у нас метатели? Вот у нас. Стреляющие. не ребята это вообще как-то нереально как он мог как он мог это сделать да конечно сдаемся и играем значит давай в турнир поиграем по другому турнир мы будем играть по другому а в смысле следующий турнир начнется не скоро через два часа а через три часа только турнир да создаться М -м -м -м. нет Давай, значит, сыграем. Ну, давайте зомбаков. Новая игра. Получается, ребята шли-шли-шли в лесу решили э, устроить кемпинг ночлег. Потому что шел дождь, и было холодно. Да, видишь, дождь идет, ветер. И сказал предводитель: Давайте строить палатку. И все начали строить, доставать пожитки, строить кемпинг. Поселение небольшое такое, значит, они строят, 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 добывают уже э золото. Построили из глины какой то там свой, свою статую любимую, добывают огонь. А тут смотрят, из леса вышли э зомби, зомбаки. И главаря, главаря съели. Да, вот они его покусали. И убили. Вот, умер он, получается. И второй предводитель сказал, что мы должны отомстить. Первая ночь. Выжившие. Так, хорошо. Нам нужно, естественно, строить э, войско. Так, давай еще одного этого вышлем. Так, а вы, ребята, давайте, значит, защищайте. Защищайте, то бишь. Следите за зомбаками. Понятно, медленно идущая нежить, но в больших количествах. Так, а ну-ка, вот. Я бы вот это вот одного, вот этого выбрал бы и, и... Нет. Да, подожди. Давай, иди оттуда вон нафиг. Так, ты... Подожди, я не могу ничего сделать. Иди в жопу. Вот ты чё прыгаешь? Да, тебя они дохнут. Пусть дохнут. Ладно, будем делать лучников. Эти, конечно же, не сдохнут и не их... Вот смотри, вот давай иди нафиг назад в домой, куда ты вот полез? Скажи мне, пожалуйста, лучники свое дело делают. Все, стой, пожалуйста, здесь. Все, понял? Не, смотри, только я опустил, он побежал. Ну ладно, бежит, так бежит. Ему не жалко свою жизнь. Мне нужно лучников побольше настроить, и я бы этих еще. А вот мечников бы еще сделал, пускай еще мечники будут, они в принципе подешевле, но при, когда они драться будут, они умирают. Так что у нас там по золоту, давайте этот, надо еще работяг сюда, по крайней мере еще двоих. Все, и давайте назад, назад, ребята. А вот день наступил у нас, смотри. Хорошо. А здесь нам предлагают что-то. Что нам здесь предлагают? Давай, конечно же, улучшим лучников. Все, хотя можно было и сборщиков улучшать. Что у нас там получается? Давай еще одного сборщика. Давай. Ладно, пусть деньги зарабатывают. Ой, ждем, ждем, пусть зарабатывают деньги. Так, ребята, давайте сразу в атаку посмотрим, что там у нас. А, -а, -а, -а вот эти знабаки будут кидаться. Слушай, да-да-да. Эти будут кидаться. А, нет, все, отступаем. А, добегут они или нет? Мне кажется, они даже не добегут. Они умрут. Так, посмотрим, что у нас тут. Да, вот они, они бросаются, поэтому сейчас посмотрим. Пусть там они заживляются. А этих мы будем убивать, конечно же. Вот. И потихоньку строить э, себе новую армию. Так, перевод войск, гарнизон не позволяет аж работать шахтером. Это я знаю. Надо было нам все-таки эту прокачать статую. Ага, давай выберем еще вот такого одного. Так, ну здесь мы и так и хорошенечко убьем. Смотри, видишь как. Все, мы в гарнизон спрятались, а эти ребятушки э, отстреливают. Вот их много там, в принципе, смотри. Хорошо. А, ну эти тоже гады стреляют. Ну ничего, они не успеют дострелять. Да, ну, в принципе, сейчас гарнизончики спрятались и нормально все. Все хорошо. Надо будет нам прокачать эту статую. Все, эти сейчас мы их сейчас убьем всех. Вот, отлично. Так, ну и вот и последний, последний остался, да? Нормально, все, теперь все выходим? Да, смело выходим, давайте, может быть, шахтерчики будут... Э приносить золото. Хотя бы немножечко что-то принесут. Давай. Вот, все, мы этого убили, чувака. По, де по деньгам. Что там по деньгам у нас? Давай сразу этому корону сделаем, пусть денег приносит. Все готово, поехали. Так, выживших у нас понятно. А сколько работающих у нас? Двое, трое, трое работающих. Хорошо. Давай еще одного шахтерчика сделаем. Все ждем, ожидаем. Третья ночь. Кто там у нас идет? А, ползуны. Ползуны, в принципе, они не так страшны. Давай нападем на них, посмотрим, что там будет. Вот, идем смотреть. Так главное, чтобы они э, просто, если они просто ползают, то это не страшно. Так, ну вот эти вот ребятушки они вот зря выбежали, ладненько. Вообще лучников надо больше всего делать. Так, давай, слушай, это, давай, отходи оттуда. Вот, вот, тебе надо прям в гуще событий. Лучники все сделают нормально, не переживай. Все, давай здесь будь. Дома. Вот сюда иди. И сиди здесь. Угу. Так, что у нас здесь происходит? Давай еще Лучников побольше. Смотри, этот дурачок опять бежит. Смотри, я его назад опять отправляю. Иди назад, дома сиди. Куда ты вот полез, а? Слушай, чувак. Все, сиди дома вот здесь. Не надо тебе никуда идти воевать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Ребята, вы что, будете стоять, пока вас будут жрать, что ли? А ну, отходим, отходим все, срочно. Вот так, вот здесь стои, стоите и стреляете. Вот прям объяснять надо им. Вы же лучники. Вы же у вас до, должен быть дальний бой, а не ближний. Так, работники. Вот, вот идите нафиг отсюда. Во. Победа. Чуть работника не убило. Все, продолжить, продолжить. А что можно тут еще улучшить? Давай улучшим вот этих ребят. И я бы еще улучшил собирателей, да? Кирка Шахтера быстрее работает. Вот, все, готово, отлично. Все, теперь ждем. Давай сразу лучников. Максимально будем развивать. Что у нас здесь получается? Кто на нас будет нападать? Сейчас посмотрим. Так, а, вот. Ползуны и стреляющие, да? Это плохо, что стреляющие, конечно. Да. Давайте, защищайте, ближе подходим вот сюда и вот здесь стоим. Куда там, кто там? А, -а, -а, -а смотри, вон эти откуда-то вылазят. Так, давайте, все, стоп. Эти прыгающие, да? А, прыгающие и стреляющие. Все, сейчас мы их отстреляем, убьем, наверное. Так, нежить выстает из-под земли в случайном порядке. Понятно, она может быть в любом месте вылезти. Хорошо. Давай, отстреливайте, быстрее их. Вот эти, главное, которые стреляют. Гадов. Так, ты, ты тут не стоим. Может быть, мы тебе... Вот, вот, вот сюда давай. Что у нас там? А, ну все. Ну, в принципе, я надеюсь, мы их уничтожим. Успеем. Давайте, стрелки, работайте. Че вы там ст стали? Так, хорошо работают, стреляют. О, нормально, нормально. Давайте еще одного создадим. Хорошо. Может быть, мы и справимся, не знаю, в этот раз. Вот, стрелки-то работают. Хорошо, прям таки. Может быть, даже и победим мы, смотри. Давай еще одного стрелка. Пока деньги есть, у нас позволяет. Сейчас еще следующего сделаем. Сколько-то. А, ну все, в принципе, все это, это последние. Давайте, ребята, давайте, давайте, отстреливайтесь. 23 у нас вообще э -э людей, 23 человека. Хорошо, успели мы. 24-го сделать. Сейчас посмотрим. Значит, давай вот этого кирку улучшим. Ага, ну и все, в принципе. 24 человека было. У нас тут 16. Да, 21 даже. Ну, пойдет. Угу. Сразу делаем еще стрелочника. Вот такая у нас армия. Так, а тут этого, вот, смотри, жетухи мало, да? Странно. Что у нас здесь? Кто у нас сейчас здесь выйдет? Выползет, не знаю. Сразу делаем стрелочников побольше. Никого нет. А вот, смотри, первые идут. Давайте выдвигаемся, поближе встанем. И отсюда будем стрелять. Опа, 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 опа. Это прыгающие, прыгающие гады. Давайте, давайте, давайте. Отстреливайтесь, не знаю. Схватит сил или нет? Так, да-да-да. Быстрая прыгающая нежить. Это вообще капец. Это просто жуть. Офигеть, смотри, смотри, что творится, а. Нападают. А вы что, ребята, встали? Давайте нафиг домой. Все, они, они их убили. А нечего было стоять, а? Так, давай таких вот сделаем побольше. Все, они будут нападать идти, туда идти, а эти будут, в принципе, отстреливать их. Нормально будет. Во, смотрим. Это обычные, в принципе. Давайте нападаем. Атака. Это обычные. Все, ладно, здесь стоим, стреляем. Давайте еще я создаду, создам сейчас лучников побольше. Мне не нравится, что они прямо возле статуи так близко стоят. Нет бы, отошли бы дальше немножко. Ребята, вы же можете отойти. Вот, все. Нет, они отходят постоянно. Либо они нападают полностью, либо они отходят. Все, последний был. Да. Ой, мы победили. Хорошо, ладно, дальше. Так, еще нам дают, да? Ну давай, значит, вот лучника улучшим. Вот этих вот. И давай этот самый увеличим размер статуи, да? В принципе, неплохо. И шестая ночь, мы до нее не добирались, в принципе. Ну, сейчас посмотрим. Надо нам строителей еще двоих. Потому что они нас убили, получается. Так, давай. Пройдем немножечко вперед, посмотрим, что кто там у нас будет. А, ползучие твари. Но ну, мы их сейчас быстро уделаем. Вот так, хорошо. Все. Убили назад. Давай еще лучников. О, видишь, эти прыгающие сволочи. Так, что там у нас происходит? А, они убивают моих шахтеров. Стреляйте, чего вы встали все? Давайте, давайте, стреляйте, стреляйте. Вон, видишь, они вылазят. Не знаю, давайте, стреляйте в них. Хорошо. Вот, замечательно. Так, что у нас там? Давайте, этих лучников еще побольше создадим. О, отлично, молодцы, молодцы. Вот, ползучие пошли. Ну все. Ладно, нормально все. Так, что у нас там по шахтерам? Давайте еще одного шахтерчика сделаем. 350 денег. Так, давайте соберем. Создадим сейчас лучников. Да, будем стоять здесь. Пока они доползут, мы соберем денег. Давайте быстрее собирайте деньги. Все, убили. Хорошо. Победа. Все, победили. Мы победили. Замечательно. Дальше идем. Что у нас тут дальше? Так, можно добавить что-нибудь. Ну, давай улучшим. А, давай деньги улучшим. И, в принципе, вот этих собирателей улучшим. Вот так. Хорошо. Хорошо. Отлично. 170 денег у нас мало, мало что-то, да. Так, давайте этих лучников еще. Ага, нету денег. Все, ждем. Кто у нас там сейчас выйдет? А, ну это эти ребята обычные. В принципе, они идут медленно. Так, ну мы не будем рваться в бой, потому что... О, -о, -о какие-то новенькие, смотри. Нет, в бой надо идти все-таки, нет. Иначе они задавят нас, давай, поехали. А медленная, тяжело бронированная нежить, капитоны, которые наносят огромный урон. Ну все, нам крындык. Если огромный урон, то нам крындык, я же говорю. Так, все, назад, 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 нафиг. Че, куда побежали? У нас есть для этого лучники, которые тоже убегают. Давайте вперед. Ну а куда мне? Вот мне нужно, чтобы лучники стреляли. Так, давайте, лучники. Нет, будем только лучников делать. Знаешь почему? Ну, потому что вот эти вот набросились и все, их сейчас разнесут. А лучники сдалека будут стрелять, убивать. Все. А мои просто все эти погибли, ребята. Ну ничего, отстреливаем потихонечку, да? Вот, в каждую, каждую секунду у меня дополнительные лучники приходят. Поэтому нормально все будет. Так, а тут, в принципе, скоро мы их всех зафигачим. Нормально все. Давай, убивай его, давай, молодец. Все, так, те, эти ребятушки мне приносят деньги. Вот, хорошо. Нормально. Сколько там? 500-600 денег, да? Все, давайте все назад домой. И пока я создам э, своих э, ребятушек. А этих э, раскидает вот эта штука. Все. Нормально, тут сколько один. Так, больше никто не вышел. Да, вот один единственный. В принципе, нормально. Все, они еще и домой уходят. Мы не успели. Ах, не успели мы доделать. 35 было. 35. <с rocks> Поехали. Сколько? 35 будет человек у нас. 34. Нифига нам не дали. Ну, у нас осталось немножко денег, не знаю. Они считают деньги или нет, которые остаются? Наверное, считаю. считают. Чем больше мы заработаем, тем лучше. Так, ну, все нормально. Все, стоим. Ждем. Кто у нас тут идет? А, вот эти вот ребятки тут, да? В принципе, мы их победим. Я, я даже не знаю, идти нам или нет. Так, что будем делать? Стоять? А, вот, видишь. Сейчас будем отстреливаться. Я бы одну часть, допустим, послал бы туда. А одна бы здесь стояла бы. Так, давайте, ребята, отстреливаемся. Ой, это эти стреляющих еще куча, не знаю. Угу. Ну, блин, давайте быстрее стреляйте в них. О. Я бы их немножечко даже послал бы вперед. Нет, Тут половина не стреляет, просто стоит. Давай, вперед. Атак, в атаку. Вот, и давайте, стреляйте, стреляйте, ребятушки. Все, идем. Все хорошо. Пошли. Все, а теперь они будут немножечко идти и стрелять. Нормально такие. Они выносят их. Сколько тут? И двое тут идут еще, да? Так, все, назад, идем. В башню прячемся. Так, и деньги нафарменные мы сейчас делаем еще этих самых ребятушек. Успеем, не успеем, не знаю. Давай еще одного. Двоих лучников создадим. Пока вот эти ребята идут медленно, мы сделаем еще двоих лучников, чтобы в следующей серии играть. Но у нас статуя сама приносит деньги. Так, сколько у нас тут? 270. Вот, 350. Еще одного сейчас создадим. Нет, мы не успели не успели. 50 денег у нас было. 50 человек. Поехали. Да, вообще мало. 350. Давай создадим сразу же. Давайте сразу идем в атаку. Вот. И будем атаковать. Так сказать, защищать. Вот у нас эти идут, да? Ребятушки. Главное, чтобы этих у нас не вылазило отсюда. Хотя они могут вылазить. Поэтому мы сейчас пошлем их назад. Вот, пошли, пошли, пошли их убивать. Смотри, как нормально таки. Давай, еще лучников. Что у нас здесь? Никто не вылез, нормально все, да, там? Все, сейчас мы их, в принципе, всех быстренько убьем. Нормально, нормально, нормально. О, эти пригуны пошли. Так, все, сейчас надо отступать. А, нет, хотя нормально все. Все нормально, давайте отстреливайте их. О, прям хорошо отстреливают, смотри. Что у нас здесь происходит? Тут все нормально, нормально, нормально. Все прям хорошо, хорошо, прям стреляют, лучники наши. Давай еще двоих, и все. Это будет вот максимальная у нас команда. Да, команда на максимуме у нас сейчас. Что? А, все победа! Победа! Ночь девятая, ночь десятая будет. Все, нежить уничтожили. Так, еще дали э, размер статуи. Увеличим и увеличим замковый луч-стрел. В принципе. Хорошо, готово все. Так, выживших почти 150 человек, да? Давай, еще одного стрелка. И давайте стрелки. Все, на охране стоим здесь. На охране. Что у нас здесь происходит? А, вот эти вот копеносцы вышли, да? Эти у нас зарабатывают деньги. А, смотри, эти вылазят, сволочи. Из ниоткуда. Поэтому мы должны будем здесь стоять, короче, и, и смотреть, следить. Так, давайте создадим сразу лучников. Так, пока денег нет. Ну все, будем потихонечку...